Итак, мы продолжаем проходить Война миров Z. Короче, в классе я прокачал здесь, чтоб я еще раз, один раз мог упасть, прежде чем скопычусь. И установка мин. Вот. В оружие я купил свой пистолет. Без глушителя, правда. Вот. И прокачал себе арбалет. Сейчас я пойду. Огонь, вода и медные трубы. Пока также подрывником. Ого. Посмотреть ему ноги и добить ближнего. Фига. Вот этого я не знал. По прохождению всей игры я вынес вердикт. По этой игре полный. Кое-какие мысли у меня уже сформировались по поводу нее, но... Keep your arms and legs inside the vehicle or they will be cut off and eaten. Circle of Hell. Please gather your belongings. Хорош. Thanks for the ride, Stevie. Do we hug, you kiss, or should I just quietly watch you approach your imminent death? Silence suits you best. Have fun with your trains, nutcase. А что, все типа? Его покидаем? Убить тебя нельзя, да? Жаль. Так а какого черта? А, да. Что ж, попробуем. Пистолет без глушителя, ну, что поделать. Army's hitting them hard. Их жалеть. The Hudson's right in front of us, but it's blocked. Look for another way. What
Ай-яй. Got the creeper. Быстро. Thanks. I thought he had me there. Три мины с собой носить можно неплохо. It's too dangerous out here. We need cover. Warehouse is on the right. Could be a way through. Looks like a cargo terminal. Here we'll be safer inside. О, красота какая. Реально нужно пробивной снаряд. Reloading! Так, нам явно надо гопнуть у своего типа. This place must be a subway depot. Crawling with Zeke. Nobody was ahead. Патрон, серьезно? Прекрасно. На всякий случай. It's gotta be something. Печка уже есть. Keeping you in the fight. Thanks. I found a passage under the tracks. Серьезно? Starting to feel like a gopher. Ну правильно, суслика, сурикат, самая тема. We got no chance if they swarm down here. Get off! Creeper down. Ah.
Я найду баги в любой игре. Can't get lost down here. Look for any way. Where are they coming from? You're rat food now. У меня 104 патрона, блин. Found a way out. Got it. Let's move, people. Бесшумно можно убрать рукопашную, так что... Reloading. Жалко, что здесь нет прицела. Оптики. Как в зомби арм трилоги, например. От бедра и прицела. Было бы замечательно. Зачем это сделал? Красавчик, что ты это сделал. Проведенный снаряд нам пригодится. Я всегда думал, что это просто мина, как проведенный снаряд какой-нибудь. Ну, разновидность мин, типа. Ну нет, ну как бы да, но для этого предназначено. Еще я думал, что пробивной снаряд неправильно переведен на С4. Думали. Hey, I'm reloading. Ведь арбалетом надо чуть-чуть наперед работать, ну да. Damn it, we're not getting past this fence. I am not dying because of goddamn fence. Look around. This train, the tracks run to the red gate. The curb punched through with the train. This is good. You don't need momentum. We gotta back it up first. Какой путь. Get the train going. Тут-то это хорошо, конечно, но не надо. Controls and start it up. I'm backing the train up a little to give it some room.
вообще оборону не запустил, но... Давай. Да ну нафиг. Get up. Мы все скопытились. Help me. I'm hurting bad. Я не заметил. Не, фигня, не буду. Вот это приятно. Это тоже приятно. Подряд. Вот это, кстати, оба надо вкачать, вообще замечательно будет. О, вот это круто. Тоже приятно. Вот это надо. Это надо.
здесь надо, здесь не все нужно, кстати, скажу я вам. Готов 0 из 2. Оу, я готов, братан. Ну и ладно. Вышел и вышел. Ну что ж. В этой серии у нас не получилось выжить. Так что ничего страшного. Думаю, и продолжим в следующей серии. Уже. За сим все. Как бы. Да пройдем мы уже огонь, вода и медные трубы в следующих сериях. Да, в следующих сериях это пройдем. А затем все, с вами был Тимон на Digital World в игре World War Z или Война миров Z. Без бреда, Питон. Пока.